Здравствуйте, меня зовут Михаил, и сегодня я расскажу вам о напольных котлах Клом Протерм, производимых на заводе в словацком городе Скалица. С начала 2000-х годов данные котлы завоевали симпатии не только монтажных организаций, но и конечных пользователей. И не лишним будет сказать, что примерно каждый третий устанавливаемый газовый напольный неконденсационный чугунный котел – это котел Клом. В чем же секрет их успеха на российском рынке? Первое. Обладая чугунным теплообменником, данный котел прослужит 15-20 лет, что значительно больше, чем срок службы любого настенного котла. Второе. Мощностной ряд котлов Протерм составляет от 17 до 44 кВт, что позволяет устанавливать их в дома от 150 до 500 квадратных метров, при этом обеспечивая комфортное приготовление ГВС во внешнем бойлере. Третье. Коммуникационная шина EBAS при использовании программируемого комнатного термостата позволяет гибко регулировать производительность системы от 70 до 100%, что позволяет добиться экономии, а также продлить ресурс работы котла. Четвертое. Дополнительной экономии также можно добиться путем установки датчика уличной температуры. При подключении этого датчика котел сам будет регулировать температуру теплоносителя, выдаваемого в отопительную систему. Пятое. Используя фирменную турбонадставку Протерм, а проще говоря, вентилятор для удаления дымовых газов, можно не организовывать дымоход большого диаметра, идущий через все этажи, а применить компактный дымоход, который выходит непосредственно через стену котельной горизонтально. Ну и шестое. На котле имеется информативный дисплей, на котором вы всегда сможете контролировать как давление в системе, так и рабочую температуру. Как видите, напольные котлы Клом Протерм заслуженно занимают ведущие позиции на рынке. Ну и в завершении хотелось бы сказать, что даже самое хорошее оборудование нуждается в том, чтобы отопительную систему на их основе правильно спроектировали и смонтировали. А в этом вам всегда помогут наши партнеры инженерной компании полного цикла, перечень которых вы найдете по ссылке ниже. Здоровья вам, тепла и уюта с оборудованием Протерм.